Всем привет, с вами Террасер и Демастер. И мы продолжаем играть в столбы, да, на картах от подписчиков. Ну да, и вот такая у нас сегодня карта, вернее это спавн, ну лобби наша, где мы появляемся. Так, ну давай посмотрим, что здесь у нас есть. Ты тут, я смотрю, застреваешь в паутине все. Да, это я балуюсь. У нас есть две кирки и 32 блока, там еще 64, но мы возьмем 32. Да, чтобы не очень много, у меня даже, кстати, есть командные блоки в инвентаре, нифига себе. Так, ладно, что здесь написано? Привет снова, это я, Кариночка. Решила сделать для вас еще одну карту. О, видимо, мы играли на одной из карт. Угу. А может, просто несколько карт она скинула. Угу. На этот раз я очень постаралась. Так, что-то дальше написано. На этой карте огромное количество крутых нычек. Также есть телепорты, но их мало. Эта карта очень большая и много места для двоих или троих. Также я хочу снова услышать критику. Удачи! Оцените карту, пожалуйста. Ну, видимо, играли на ее карте. Играли, да. Может быть. Ну что ж, так. Ну я, как обычно, как самый главный критик этих карт, все раскритикую, так скажет, все хорошо, я буду говорить, вот это мне не понравилось, это было не идеально. Ну давай вначале мы поиграем, а потом будешь критиковать. Конечно. Ты взял зелье? Вон зелье из... Я взял. Да, по одному, да, взяли по одному? Да, по одному зелью. Так, вот здесь телепорт есть. Что, сначала телепортируемся, потом выпьем? Да, давай. О, ух ты. Так, ну, вдвоем. Телепорт работает, вон там даже Террасер стоит. Да, с дырявым кулаком. Ты где-то пол кулака продырявил. Это стекло у меня в руке. Да, стекло. Кубик стекла. Ну что ж, давай пьем зелье, да? И ты ставишь таймер. Да, давай, как выпьем, так поставим. Ой, корова здесь бегает. Ну, она, я прямо на корову поставлю блок, она его увезет. Было бы прикольно. Так, ну что ж, раз, два, три. Поехали, таймер пошел. Поехали. Мы на этой карте, ребят, взяли 4 минуты времени. Не 5, как обычно, потому что она, на мой взгляд, показалась вначале немного меньше по размерам, чем некоторые другие карты, на которых мы использовали 5 минут. Да, да, истинно так, Терсер, говоришь. Да, в принципе, мне карта очень нравится. Знаешь, вот карта классная, да, здесь есть действительно какие-то нычки, что-то автор продумал. Да, Карина продумала. Карина молодец. Карина, Кариночка, я тебя люблю. Сейчас Айля такая прибежит. Что ты сказал, да? Ну. Не, карта мне действительно нравится, прикольно сделанная. Я уже, знаешь, только вот начал, и мне она... Эй, Миша, ты меня портнул. Блин, вот это уже хреново. Да, первый минус телепортирует нас обоих. Миша, дай выйдем отсюда. Блин, давай, короче... Я был в нычке, видишь, дай телепортами не пользоваться, не предлагаю, а? Давай, не будем нажимать на кнопки никакие. Ну вот это, конечно, косяк, Карина, вот это косяк. Карина, в следующий раз посмотри метод, который телепортирует не сразу же всех игроков, а одного именно человека, который нажимает на клавишу. Да, это будет очень круто, потому что вот если бы этого не было, было бы намного круче. Да, мы тогда мы сейчас хотели не сможем... бы и прятали в хороших местах. Да, мы сейчас не сможем пользоваться твоими телепортами, которые ты для нас сделала, потому что... Старалась, наверное, как мы да, думали. Да, представляешь, расставляла все эти телепорты туда-сюда. Да, прописывала там всякие координаты. Ну вот, а теперь мы ими даже не воспользуемся, понимаешь, Миша, не воспользуемся. Да, это немножечко печально, ну ладно. Печальненько, я бы даже сказал. Да, даже печальненько, уменьшительно ласкательно так. Так, а если я не смогу оттуда выбраться, то что мне делать? Ну или может смогу? Ну, мы как, договаривались то, что не будем ставить под себя блоки, если что, да? Ну, я не могу выбраться из этого места, что мне делать? Ну, тогда ставь блоки под себя. Может, я просто быстренько в этот гейм-мод и... Можешь и так. Сейчас я попробую подняться, может, все-таки можно оттуда подняться, я не знаю. Главное, нет, там... много времени не потрать, потому что остается минута и 40... секунд с небольшим. Я просто вылечу, потому что здесь никак не выпрыгнуть отсюда. Ладно. Я не против. Я так сам иногда делал. Понятно. Ну, это правда было довольно-таки давно. Это вообще была какая-то ловушка, потому что я, знаешь, такой зашел, думал, что там где-то можно спрятать в этом месте, где я был, а там ничего и нет, я такой застрял там, и выбраться никак нельзя. Ну, может, она просто наша карту, видишь, взяла из обычного мира. Может, не все места доделала, может, не все места сделала. Сколько у нас осталось? Нет, это точно, мне кажется, сейчас скажу, что она взяла карту из обычного мира, потому что, ну, рядом здесь мы видим только ну, стандартную карту, ну, как бы, мира. Mm-hmm. А времени у нас тем временем остается минута. Минута? О, я еще даже ничего не спрятал, представляешь? О, это, конечно, не очень хорошо. Будет у меня кладка. Походу, Миша и сегодня выиграет у нас, ребята.
Ну, вот знаете, это как бы была такая черта, череда моих побед, да, а теперь будет череда моих поражений, походу. Вот Кося так сразу же просто ставит крест на победе своей. Да я не знаю, что у меня, видишь, просто чувство есть к этому. Ну, чувство поражения. Это плохо, когда чувство поражения настигает тебя. Да, очень плохо, Миша, очень плохо. Вот здесь что-то спрятал, я смотрю. Так. Сколько у нас остается? Произошла ошибка. У нас остается 20 секунд. 20 секунд, Миша, это очень мало для того, чтобы спрятать 10 блоков, которые у меня остались. Это прям реально очень мало. Ты даже сказал, сколько блоков осталось. Да. 12 секунд. Но у меня секунд. Есть идея. 10 секунд, говоришь? Да. У меня тоже появилась идея. Я делаю кладку. Вот моя идея. Я тоже делаю кладку. И сколько надеюсь, секунд ты ее не осталось? Найдешь. Все, время закончилось. Ну, а если ты... Так, погоди, давай я сейчас быстренько... Ты можешь на спаун прийти, и я к тебе телепортируюсь. Так, хорошо. Так, спаун. Он был у нас вот здесь где-то. ТП, Террор Гейминг. Да. Вовремя всё. Телепортнулся, я только что здесь очутился. Все, отлично. И мы с тобой здесь, кстати, надо бы... А мы сейчас уже можем не пить зельки никакие, да? Просто... Нет, зелья скорости нам необходимо. Сейчас я достану. А, зелья скорости? А, да, он скорость закончается. Ё-моё, мы же еще под скоростью были. Странно, что я сейчас не успел ничего спрятать. Целых 13 блоков пришлось... Или 15 блоков в одно место тыкать, так что... Ничего себе. Это я такую подсказочку даю. Найдешь мою кладку, ты победишь. Изи там. Хорошо. Так, ты где? Я здесь, рядом, вот здесь. Прыгаю здесь. Ты хочешь бафнуть на скорость, он бафнет. Да. Все, отлично, давай. Запускай таймер. Так, геймод 0. Еще одну зельку юзаю. Оп, таймер пошел. Все, Костя. Поехали. Сколько у нас 4 минуты, да? Побежали, да, 4 минутки. 4 минутки у нас с Террасером, чтобы победить Террасеру, походу. А я нашел прикольное место, в котором ни одного, ни моего, ни твоего блока, кажется. Или у меня так темно здесь, что я ничего не вижу. Блин, вот это... А! Костя здесь спрятал все-таки. Да, спрятал. Здесь так темно было. В подвале каком-то, ну не подвале, в... Как подводное, ой, подземное озеро какое-то здесь было. С редстоун факелами. Может быть, может что-то там прятал, может что-то и прятал. О, здесь даже еще и... Я вот эти блоки еле заметил, которые были здесь в такой низине. А, ну да, может ты мою кладку и нашел. Ну там не так много блоков, как я, может, и говорил. Но блоков 10 у тебя уже, наверное, точно есть. Наверное, около того. Да, реально, еле-еле заметил, очень темно здесь. Очень темно. Прям реально, как будто темнота. Полнейшая просто. Полнейшая. Я нашел еще одно место, в котором, по идее, должны быть твои блоки, но почему-то их нет. И кот у меня очень сильно орет. Не знаю, слышишь ты это или нет. Нет, я вообще не слышу. Он просто что-то там мяу-мяу, Аля ничего с ним сделать не может, что ли? Для чего? Я понять не могу. Может быть, она как раз и делает что-то с ним, раз он так мяучит. Может, она его моет, но может только поэтому. А, да, может быть. Не, ну когда она его моет, он еще громче орет, поэтому вряд ли. Здесь еще офигенное место я нашел. Еще офигенное место. Ну, Миша сразу же нашел место, где я спрятал почти все свои блоки. Нет, только здесь нет блоков. Вот это место, оно офигенное, но здесь нет блоков. Вот в чем проблема. Да, ну ладно. Очень классное место, ты бы видел. Так, вот жалко, отлично. Здесь ни одного блока нет. Реально, очень классное место. Потом тебе покажу обязательно. Очень прикольно, мне понравилось. Ну, может быть, там даже мои блоки ездят, а может, ты их просто не заметил. Ну, может быть, но я реально здесь не вижу ни одного твоего блока. Ну, я, если честно, плохо прятал. В этот раз что-то как будто мне не хватило времени, а у меня просто куча блоков осталось. Я такой хоп-хоп. И все. И скинул их в то место, куда посчитал нужным, но походу. Это было не самое лучшее место, где их можно спрятать. Это точно. Это точно. Я прям сразу же туда прибежал. Первое, вот что я нашел, это были как раз те блоки, которые, видимо, ты спрятал в конце. Да. Это потому что было рядом со спавном, а я что-то так не подумал, что это рядом со спавном, и спрятался туда. Надо было подальше от спавна прятать, что-то точно не нашел. А мне что-то так показалось. Ну-ка, я такой думаю, зайду-ка я. Вроде пещерка такая красивенькая. Вначале, кстати, я не хотел идти туда глубоко, но потом... Потом уже... сделал правильное решение и победил. Да. Ну, еще не победил, но... Ну, не победил, да. Судя конечно. По тому, сколько у меня блоков, думаю... А что, мало нашел? Ну, еще. Лучше, чем в прошлый раз, наверное, но не так много, как хотелось бы.
Вот эта карта нормальная, эта карта мне понравилась. Вот если бы с телепортами косяка бы еще не было, было бы вообще бы идеально, я думаю. Да, тогда можно было бы этой карте поставить пятерочку. Да, ну вот косяк с телепортами, конечно, накосячил. Накосячил. Сколько у нас времени, Миш? Времени у нас 50 секунд еще имеется. 50 секунд еще имеется времени? Нифига себе. Да, времени вполне нормально. Да, но я знаю, что вот этих блоков, которые я нашел, их просто недостаточно, чтобы победить, потому что я кладка очень... Кладка большая была. Да, кладка... Ну, кладка очень большая была, понимаешь, слишком огромная, тут без вариантов у меня, опять же. Опять я проиграю, да что ж ты будешь делать? А ты вспомни, сколько игр я проигрывал подряд у тебя. Ну, раз пять. Может, тебя убить и забрать все свои блоки? Кстати, хороший вариант, Миша, иди сюда. Ну, нет, нет, у нас сейчас идет мини-гейм не по убийству друг друга. Нет, все, Миш, тебе кранты. Нет, стой, не трогай меня. Стой! Нет, отстань, я убегаю. Ну ладно, убегай, я уж в другую сторону давно бегу. А, времени осталось-то 5 секунд. Времени осталось 5 секунд? Да. И все вышло? А, время вышло. Ну все, можешь телепортироваться да, на меня, я бегу сюда. Кстати, карта достаточно маленькая, я думал, она большая, она какая-то маленькая. Она маленькая, но в некоторых местах есть хорошие нычки. Так, я давай, тебе обещал показать. Ты поехали на меня, нычку. Потом покажешь. Покажешь в конце, давай, сначала да, построим потом столбы. Я сначала хочу проиграть уже наконец-таки. Ладно. Так, ТП-хусь к тебе. А интересно, что здесь за такой блок зеленый ТП? Это мастер. Тогда вот здесь начнем строить наши столбы. А может на фоне большого террасира? Да, не, давай здесь. Ты и так победил, ты на фоне большого террасира. Успокойся, Миша. Так, давай. Смотри, вот мой столб. Ну, небольшой. Оп. Ну, ты мою нычку нашел, потому что. Да, я нашел твою нычку. Если б не эта нычка, я бы проиграл. Ну, возможно, да, как раз на два блока ты меня убил. В этот раз я хотя бы хоть чуть... Так, Миша, давай, пойди. Твой столб показался меньше, смотри. Решил его сломать. Не, на самом деле, тут у нас была хорошая битва, да. Ну, если бы не эта нычка, но нычка все испортила. Кстати, ты, наверное, не все даже блоки в этой нычке нашел, потому что если бы ты нашел бы все блоки... Ну, давай покажи, где там могли еще быть блоки. Так, смотри, во-первых, здесь справа вроде блок был. Вот здесь ты вот этот блок не заметил. Сейчас, подожди, я Night Vision закину нам, чтобы там... Да, ой, это кучу блоков-то не нашел. Давай, Night Vision врубай. И смотри, вот здесь блок прям стоит. А, вот здесь два вижу. Вот тут блок стоит. Вот, смотри, здесь еще блок стоит. Один, два. Так, вот там вот вроде блок стоит, да, вот тут около... Ты, наверное, здесь просто это прятал все... С Night Vision, потому что я когда сюда пришел, я здесь ничего не видел. А, я тоже ничего не видел. И здесь были блоки. Вот эти ты взял, да? Ну ты основные блоки все равно взял. Ну ты, чувак, минимум три блока ты не нашел. Не, почему? Ну, да, я просто не... привык к темноте, я увидел некоторые вещи. А где твои были блоки? Просто я не нашел твою нычку. Так, давай, сейчас покажу. Покажи, опять где-то спрятал. Хотя я даже не знаю, ты нашел много моих блоков, поэтому не факт, что ты мою нычку не обнаружил. Может, ты ее как раз и нашел. Я нычку не нашел, да. Ну, у меня нычек и не было вроде как. А, ты все спрятал, успел? Но я вот не успел все спрятать. Так, здесь нет. Я тебе хотел показать хорошее, очень-очень хорошее место. Вот да, оно. Покажи. Вот, смотри, вниз. Сюда можно себе спуститься. Вот, и просто здесь ни одного блока не было, ни моего, ни твоего. Здесь огромный такой каньон был. Можно и сюда было идти, и туда идти. Ну да, мы с тобой просто его не заметили. Вроде карта небольшая показалась. Вот, ну надо было. А ты его нашел уже, когда искал? Да, я искал твои блоки, поэтому я потерял довольно-таки много времени, когда я его начал осматривать. Это каньон. А, и здесь ты вообще ничего не нашел, да? Да, здесь не было ни одного блока. Ни моего, ну, ни твоего. А, ну да, конечно, я здесь не прятал. Да, 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 это хорошо, что ты не нашел другие мои нычки, кладки, так сказать. Вот. Ну, мне нужно было где-то... еще одно место, где я спрятал где-то около пяти блоков, наверное, четырех. А, вот, я еще нашел... Как раз, а, нет, вот здесь этот проход, ты нашел суперсекретную комнату. А я, кстати, в нее и не заходил. В эту суперсекретную комнату, которая виднелась просто, так сказать, здесь контрастировала рядом со всем вот этим многообразием зданий. Так, здесь вот эти домики еще такие странные. Я не помню, где еще прятал. Вот если в суперсекретной комнате не нашел два моих блока, ты видел? Да. Это было забавно, на самом деле. Ну что ж, дорогие друзья, куча крутых мест здесь было, куча блоков. ТРСР сегодня у нас снова побеждает. Вот тут у тебя тут блок. У тебя здесь целых два блока было, я же здесь пробегал. Ровно этих блоков мне не хватило, чтобы выиграть. Что? Где? Вот тут. Да. Я здесь раз 10 пробежал, тут ровно два блока. Вот эти два блоки, это были роковые блоки, Миша, роковые блоки. А, все, вспомнил. Вот там вот моя кладка. Там, внизу? Да, и тут моя кладка. А, за твоей кладкой моя кладка, прикинь. Серьезно? Да, внутрь заходи. Сейчас посмотрим.
Заходи сюда, и вот тут куча блоков каждого отсеке. Ты своими блоками закрыл мою кладку, прикинь? Так я просто, смотри, в темноте сюда попал, когда было очень реально темно, потому что не было зелья ночного зрения, я не видел, что здесь проход вообще был. Поэтому я спрятал там и все. Надо играть без зелья ночного зрения, я понял. Так я без него и играл. Ну да, я тоже без него играл, понимаешь? Вот, как бы я тоже многие блоки не заметил. Походу из-за этого. Я бы что посмотрел этот колодец, вроде все ок, нет твоих блоков, а там они внизу были, блин, офигеть. Да, если бы зельки вот сейчас у нас не было, мы бы их не увидели бы. Да, офигеть. Что они на глубине находились. Блин, и... да я мог победить на самом деле, мог, у меня был шанс, но я не воспользовался. Я все-таки решил не чекать колодец по новой. Да, тут да. Хорошо спрятал, хорошо. Но тут видишь, ну... нельзя было из него выбраться. С колодца. Вот поэтому я и решил в самый последний момент. А я отсюда прыгнуть. Вылетал, понял? Я отсюда вылетал. А, понял, странно, понял. Что ты этого не заметил, потому что я врубал гейммод, вылетел из него вместе с Киркой, а ты в этот момент вот тут пробегал, и я подумал, блин, ну все, он знает, где моя суперкладка, да? Я не смотрел. А я вылетел отсюда с Киркой, а ты прям тут только пробегаешь, что-то блок сломал травы, думаю, зачем ты блок травы сломал? Вот так вот. Кстати, я еще одно место нашел. А, я здесь был. Так, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все. С вами были Демастер и Тарсет. Подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте скидывать карты Мише. В описании оставить ссылку на свой паблик. Куда да. Скидывать паблик? Куда скидывать карты? Это да, Костя, посмотри вот здесь, вот место. Где место? Прикольное. Тут вот? Вот. Вот здесь я спрятал. Да. Тут еще спрятал? Да, вот. Нифига себе, ну это я тоже не знал. Где-то с каньоном, походу. Или нет? Это не с каньоном. А это просто граница факел. Карты, Костя. А зачем здесь рестоунские факелы туда поставили? Ну, наверное, так, для декорации. Ты останешься там, Миша, пока. А, нет, Костя! Я уйду от тебя, все, пока. Мы, кстати, нет, ты за другую сторону. Еще одна секретка была, смотри-ка, здесь сбоку. Да, это не одна секретка, это проход был. Здесь несколько выходов было. Карина просила также... Чтобы мы про критику, так сказать, для карты дали. Но ну, мы, только кнопки, на мое мнение, вот, реально, если бы работали телепорты, было бы очень даже хорошая оценка. А так, ну, нормальная. Ну да, хорошая карта, хорошая, мне кажется, хорошая карта. Она не отличная, но хорошая, вот так вот скажем. На четверочку, если в пятибалльной системе, да? Да. Вот, так. Ну что ж, в принципе, это все, дорогие друзья. С вами были Демастер и Тарсет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока. Да, ребят, всем пока.